Микроцикл – это малый тренировочный цикл, имеющий недельную продолжительность. Количество занятий каждый подбирает для себя индивидуально, в зависимости от своих возможностей. Так как этот материал рассчитан на любителей, то каждый определяет сам, сколько времени он может посвятить бегу. Главное, чтобы при построении микроцикла количество тренировок и их направленность сочетались между собой. То есть каждый последующий микроцикл должен наслаиваться на предыдущий. Должна соблюдаться преемственность фаз и тренировочных работ. Начинаем строить сетку нашего плана. Начинаем формировать первый микроцикл. Определяем, сколько дней в неделю мы готовы тренироваться и когда будем проводить ударные тренировки. В нашем плане мы выбираем 5 тренировочных дней, в которых каждый вторник и пятница будут ударными, а четверг и воскресенье – отдых. Понедельник. Легкая нагрузка 30 минут. Вторник. Выполняем упражнения на технику. Среда. Легкая нагрузка 35 минут. Пятница. Упражнение на технику. Суббота. Объемный день 40 минут. После планирования первого микроцикла мы приступаем к заполнению нашей таблицы по дням. Понедельник. Второй и третий микроцикл планируются с увеличением нагрузки. Четвертый микроцикл нагрузка снижается. Вторник. Второй, третий и четвертый микроциклы планируется с увеличением нагрузки. Среда. Второй, третий микроцикл планируется с увеличением нагрузки. Четвертый – разгрузочный. Четверг. Один из самых приятных дней для планирования. Пятница. Во втором, третьем и четвертом микроциклах объем нагрузки увеличивается. Суббота. Во второй и третьих микроциклах увеличивается время объемной тренировки. Четвертый микроцикл, как вы помните, разгрузочный. И, наконец, воскресенье. В этот день вы должны помнить, что необходимо разнообразить свой отдых. Ну вот, план на 4 микроцикла у нас готов. Тренируйтесь в вашем индивидуальном ритме.